Господин Скаков, вчера состоялась встреча по инициативе Путина. Интересно ваше мнение, вот что дали эти переговоры? Я думаю, что одна встреча сама по себе дать какого-то прорыва нового не может. Сейчас мы имеем дело не с каким-то процессом, единым процессом переговорным, а с конкуренцией за этот процесс. В данном случае между Москвой, между Евросоюзом и Вашингтоном. Когда есть три таких посредника, с одной стороны, это хорошо, потому что дает возможность и Баку, и Еревану играть в противоречиях этих посредников. С другой стороны, это опасно, потому что никакого продвижения может не быть, потому что, что называется, лебедь, рак и щука, все тянут в свою сторону. Вот. Поэтому каких-то завышенных ожиданий у меня нет, и я думаю, что для них нет оснований. Но то, что подписали, есть, можем мы считать это прорывом или нет? Вот говорилось, что есть соглашение по поводу 15 пунктов. Вот какого-то такого прорыва я, вот, честно говоря, не вижу пока что. То есть сам по себе встреча – это позитив, это плюс, конечно. Всегда лучше вести переговоры, чем не вести их. Вот, но вот, чтобы можно было сказать, что процесс двинулся на той точке, я этого не вижу. Путин говорил то, что вот мы предлагаем статус Нагорного Карабаха, да, отложить на потом. Вчера такого подписано не было, и вообще по поводу Нагорного Карабаха не было ни упомянуто ничего. Вот, не удалось убедить президента Азербайджана, как вы считаете? Я думаю, что есть три блока вопросов, которые находятся на столе переговоров. Первый вопрос – это вопрос будущего Карабаха. Второй вопрос – это вопрос делимитации, демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. И вопрос третий – это вопрос коммуникации не только ведущего через Армению, ну и, собственно говоря, коммуникации ведущих для Армении через Азербайджан то же самое. Вот. И вопросы, эти блоки, они, конечно, между собой взаимосвязаны, но они могут рассматриваться и в единстве, и по отдельности. Поэтому, например, совершенно очевидно, что для Баку сейчас вопроса Карабаха как бы нету. Они считают, что он снят. Но, в общем-то, посредники все, я понимаю, и, понятно, армянская сторона считает, что он не снят. Вот это то, что мы имеем на сегодня. Считаете ли вы возможным подписание мирного договора в краткосрочной перспективе, это говорится, до завершения года? Если честно, то нет. Опять же, я не вижу базы, которая может быть подписана. То есть, да, конечно, если, например, Армения согласится на все требования Азербайджана, на демаркацию, демаркацию границы по тем картам, которые предложит Азербайджан, на коридоры, имеющие не просто коридоры, например, с правом экстерриториальности, и на полное снятие с повестки дня вопроса Карабаха, тогда мирный договор может быть подписан хоть сегодня, хоть завтра. Но это уже как бы дело Армении, на что он готов согласиться. Я думаю, что это все-таки нереально. Какая сторона может взять инициативу на свою сторону по поводу подписания мирного договора? Пока все три стороны пытаются, то есть не только Москва и Вашингтон, но еще и Евросоюз пытаются взять инициативу на свою сторону. Но, Евросоюз опять же, отдельно от Вашингтона, вы считаете? Ну, в том числе и да. То есть, конечно, понятно, что Вашингтон может использовать Евросоюз, и, скажем так, что европейцы, Евросоюз может иногда играть по каким-то нотам, по сценарию, написанному в Вашингтоне. Но, в принципе, он может играть в собственную роль. То же самое, что, например, когда мы говорим про НАТО, ну, например, Турция – член НАТО. Но все же понимают, что Турция может играть независимую от НАТО роль и играет ее. Поэтому вот здесь как бы сводить в одну корзину класть вместе и Вашингтон, и Евросоюз я бы все-таки не стал бы.